Здравствуйте. Сегодня хоть и пасмурный день, но очень прекрасный. И он прекрасный еще от того, что мне сегодня исполнилось 25 лет. Сегодня я покажу вам свой новый нож. Но перед тем, как перейти к его осмотру, я хочу выразить благодарность, искреннюю благодарность Юрию из Москвы, который прислал мне прекрасную кожу для того, чтобы я мог делать ножны. Прислал мне вот такой кусок. Спасибо тебе, Юрий. Ты мне вдохновил. Ножны этого ножа сшиты из очень толстой, хорошей, приятной кожи, приятного цвета. Вот она очень толстая, не знаю сколько тут, 4 мм, наверное. Ну, фурнитуру я купил в магазине. Мне ножны фрикционного типа. Ножны их держатся очень хорошо. Здесь специальная вставка для того, чтобы нитки не прорезались режущей кромкой. Клинок длиной 85 мм, шириной 22, толщиной 3,3, из стали 95 Х18. Оставил я нагар от закалки, спуски сведены на этом новеньком гриндере. Это первый нож, который я сделал на гриндере. Сведение очень тоненькое, очень. Я свел в ноль и еще и заточил с подводом. Потом будет более детальное видео, все увидите. Рукоятка из бука. Бочкообразная. И вот такой вот скос я сделал. Я у Александра Афонченко увидел. Мастер есть такой, мне он очень нравится. Ну и такой вот выступ для пальца. То есть вот так вот его берешь. Он описывается чем-то, но мне понравилось. Это и правда удобно. Вот. Длина рукояти 110.